обеспечить продовольственную безопасность России? Этот вопрос оказался в центре внимания аграрных вузов страны. Сегодня в Чувашской сельскохозяйственной академии начала свою работу международная практическая конференция. В ней принимают участие представители учебных заведений и из стран ближнего зарубежья – Азербайджана, Польши, Казахстана. Организаторы конференции уверены, что обмен мнениями и опытом поможет укрепить связь между научной теорией и практикой. Студенты сельскохозяйственной академии, к примеру, продемонстрировали гостям свои достижения – новые сорта овощей, разработки инженеров и зоотехников. Тема моего доклада называется «Технологии выращивания яиц». Мы даем взрослым курицам биостимуляторы, которые помогают в будущем получить больше мяса и яйцо. Конференция сегодня очень актуальная. Почему? Потому что именно в рамках реализации проекта, обозначенного правительством Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, также в контексте совещания руководителей высших учебных заведений Минсельхоза России, которое проходило в Ставрополе, в Ставропольском государственном аграрном университете, обозначена в частности реализация кластерного подхода в агропромышленном комплексе Российской Федерации. Я думаю, мне кажется, что в Чувашской республике этот подход в ближайшее время будет реализован, а именно Чувашская государственная сельскохозяйственная академия могла бы стать инновационной площадкой для развития вот именно этого подхода.